Камеру более или менее сбалансировано очень трудно, тем более что любительская камера, у нее нет мощной стабилизации. Оптика простенькая, все очень просто, тем не менее я очень доволен, очень. И память хорошая, и кадры некоторые очень удачные. Что это? И, кстати, вот из того путешествия мы привезли несколько елочек. Вот уже вымахала трехметровая, и это тоже трехметровая вымахала. Там сзади чуть поменьше.